Назначен первый заместитель акима Атырауской области. Сегодня глава региона Нурлан Ногаев представил активы области своего нового первого заместителя. Им стал Серик Шапхенов, который сменил на этом посту Сагындыка Лукпанова, перешедшего на другую работу. В ходе собрания актива глава региона поблагодарил Сагындыка Лукпанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще. Также аким области отметил большой трудовой стаж Серика Шапхенова, чья кандидатура была согласована с администрацией президента страны. Серик Шапхенов имеет высшее образование по специальности экономист-математик. Трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве преподавателя Западно-Казахстанского государственного университета имени Утемисова. В 2001 году перешел на госслужбу ведущим специалистом Фонда охраны окружающей среды. С 2002 по 2012 годы занимал различные должности на государственной службе.